Друзья, всем привет! Ну вот решился я поехать открыть новый сезон по жидкой воде. На прошлой неделе закрыли по твердой воде одну из малых речек, которая впадает в Волгу. Если будет поклевка, то уже, можно сказать, будет хорошо. Открываем летний сезон 2020. Первый заброс, друзья, летнего сезона, точнее по жидкой воде, 2020. Если увидим поклевку, уже будет хорошо. Пока вот мы тут удочку раскладывали, было пару всплесков. Тишина, солнышко, штиль полный. Такая проводка идет. Сейчас я немножко попробую прибавить. Плавочек было видно. Как классно наблюдать за поплавком. Уже соскучились за зиму. Но зима у нас была, можно сказать, скоротечная. Ну, всплески были, друзья. Там вот у нас трава, да, вроде. Тогда туда бросать не будем. Или мелководье. Вот туда вот подальше. Но, друзья, были две поклевки. Прямо около берега. Рыбка здесь плеснулась, я сразу забросил, и поклевочка на мотыля. Две поклевки, сейчас посмотрим. Блин, это уже хорошо, можно сказать. Просто отлично. Может, сейчас немножко разогреет, но сейчас где-то около нуля. Вот-вот поклевка, видите, маленько подтаскивает. Вот, ай, убежала. Видно было, да? Блин, мы тут никого нету, рыбаков. Ну, сильно не разговариваем, громко, то есть не разговариваем. Глубина небольшая. Дай бог, уже по губам было посечка. Надо посмотреть, что там за рыбка стоит. А, ну все у нас съело, сейчас будем насаживать. Ну вот, друзья, первая рыбка летнего сезона 2020. Сейчас фокусируется такая плотвичка, сейчас вам покажу. Ну, ребята, рыбачим час. За час у нас одна плотвичка. Такая кошачья радость. Ну и поклевок, наверное, 5 еще было. И тишина. Сейчас перешли. Такой коряжник. Небольшой теченица есть. Смотрим, наблюдаем за поплавком. Радуемся погоде. Пение птиц. Вот такая вот красота у нас. Слышите, наверное, да, птицы поют. Плавочек немножко у нас плывет. Видите, да, желтенький. Ну, тут пока тишина, вообще ни одной поклевки. Вот вернулся на старое место. Вот такая плотичка поклевывает. Ну, и хорошо. Открыли три штучки нас. Поймали на мотылька. Вот такой вот у нас. Прямо около берега. Песочек, щебеночка здесь. Ну, будем ловить. Может, что-то покрупнее попадется. А так кошки сейчас.
будем сегодня заканчивать такую скоротечную первую рыбалку по жидкой воде, летнюю рыбалку, еще так ее назовем. Ловили мы, ну, на таком, можно сказать, речке, которая впадает в Волгу, ловили на поплавочную удочку, ну, видно, да, вам, и на мотылька насадка была. Поймали, наверное, около десятки мелкой сорушки кошачьей радости. Вон, видите, поклевка есть. А так довольны, сезон открыли, поклевку увидели, рыбу увидели. Некоторые рыбаки еще ловят на льду, а мы уже перешли на поплавок. Как говорится, зуд сняли, снасти летние окунули, и уже хорошо. Вот видите, поклевка есть. Миленькая плотвичка, говорю, около десятка. Вот, вот, вот поклевка. Поклевка видно, да. Ой, нет ничего. Ну все, ребят, всем спасибо за просмотр. Сезон открыли. Ставьте лайк. Если понравилось, лайк. Говорю, если не понравилось, дизлайк. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока. До новых встреч, до новых рыбалок. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?